Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить Walking Dead, и это получается у нас сезон 1, эпизод 2, вторая серия. Пошли в амбар. Напомню, что вчера нас подстерегли какие-то непонятные бандиты в лесу и ранили нашего очкарика стрелой. Мы должны сейчас что-то все это прояснить и, в общем-то, пойти их забить до смерти. Так, это кормушка, ля-ля-ля. Так, там непонятно что. Давайте посмотрим сначала сюда. Опа. Что-то такое. Непонятно. А это что такое? Ага, иди сюда. Посмотри, что. Здесь много сена. Сено можно использовать в качестве укрытия от стрел, если станет необходимо. Ну, как бы немного, конечно, сена. Здесь два тюка лежит всего. Ладно, пошли. Если в доме не совсем достанутся комнаты, уверен, многие из нас начнут ночевать в амбаре. Ну? Все, что ли? Открывать ты его не хочешь? Испугался открыть амбар. Ладно, пошли посмотрим, что еще там есть. А, здесь вот никак не пройти, а там можно пройти, получается, да? Или что? Там как-то можно куда-то глядеть. Во. Наверное, замечательно иметь такой урожай. Нам придется научиться экономить его, если мы обоснуемся здесь. Ну, собственно, амбар мы посмотрели. Коровы, как он говорил, здесь я чуть не... Ну, он сюда не заходит. Дверь в амбар, я ее не могу открыть, она, видимо, закрыта. Ну, ладно. Не суть. Нам сейчас не до этого, и нам нужно, наверное, все-таки так, стопэ. Посмотрим. Эта штука заставляет работать ограду. Работать ограду заставляет эта штука. Нам нужно пойти разобраться с бандюками, найти их лагерь и все-таки их расчполить там всех. Так, ребятишки. Ништяк, ништяк, да? Качели ништяковые вообще, да? Эй, Клэм, хочешь покачаться? Конечно, это здорово. Спасибо, что починил. Всегда пожалуйста. Можешь покачать меня? И, конечно, с радостью покачаю. Не возражаешь, если Клементина покатается? Ладно, так, пусть Клементина покачается немного. Да ладно. Ну давай. Что ты думаешь об этой ферме? Здесь хорошо, напоминает мне о вещах, которые происходили до всего этого. Да. Как ты думаешь, вернется ли все на свои места, как было раньше? Да, не знаю когда, но однажды все станет как раньше. Это хорошо, надеюсь, это случится скоро. Я тоже. Как ты, Клементина? Думаю, я в порядке, а ты? Да, тоже просто немного переживаю за Марка. С Марком все будет в порядке? Ну, повезло, все могло быть намного хуже. Ты собираешься искать людей, которые ранили Марка? Нам нужно убедиться, что они никому не причинят вреда. Будь осторожен, я хочу, чтобы тебе тоже повезло. С того момента, как я нашел тебя, мне всегда везет. Хорошо. Не волнуйся, здесь мы в безопасности. До тех пор, пока плохие люди не достанут меня и так же, как они, я не позволю, чтобы случилось с Марком, случилось с тобой. Я обещаю. Да, Клементина уже достаточно покачалась. Хорошо, спасибо, что покачал меня. Конечно, качели твои. Yeah! Ладно, Дак, смотри, не сломай сиденье. Так, а мы пойдем, наверное, к братанам. Открывай. Ребята, как ты, Ли? Мне очень жаль, что тебя чуть не убили там. Нужно было сказать, что там опасно. Да ты что? Ты видел, что они сделали с твоим приятелем. Никто не будет в безопасности, пока мы начнем наносить ответный удар. Ну как? Мы оба должны выйти на разведку, когда мы отомстим. А то. Кто, черт побери, эти люди в лесу? Мы не знаем. Мы думаем, некоторые из них работали в супермаркете.
Save lots. Да, в любом случае, они... Охрененно безумные, становятся еще безумнее, когда голодные. Ты готов отправиться на поиски их лагеря? Да, это будет хорошей возможностью узнать чуть больше о том, кому мы противостоим. Пойдемте. Я останусь здесь держать оборону. Помни, сейчас это просто пробуем разведку. Не нужно делать так, что нас убили. Ой, господи. Ты уже уходишь? Да, я скоро вернусь. Видишь что-нибудь? Пока нет. Я знаю, он где-то здесь, где-то рядом. Сюда. О, черт, ты нашел его? Тихо. Ну, это как-то пусто здесь. Проберитесь в лагерь. Ну, ну ладно. Тихо, что там было? Видишь кого-нибудь? Вообще никого не вижу. Stay on your guard. Смотри в оба. Watch my back, Lee. Прикрой меня, Ли, я собираюсь проверить палатку. Ребят, вы на разведку вообще-то пошли? Зачем вы входите в их лагерь? Я думаю, там никого нет. Чисто. Этот лагерь слишком мал, это точно не основная база. Я тоже так думаю. Да и осмотримся, где-то здесь есть то, что они украли у нас. Ну, как минимум, это еда, наверное. Так, бутылки. Пусто, кажется, из них недавно кто-то ел. Хорошо. Да вот коробки. Ничего. В смысле ничего. Empty. Пусто. Выросла капуста. Раскладной стул. Смотрите на раскладной стул, хорошо. Похоже, они собирались здесь остаться на ночь, типа того. Посмотрим, что там. В кастрюльке. Что там в кастрюльке? Закрывай. Just water. Вода. Вашу мамашу. Я же видел здесь. Вот коробки стоят. Во-в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 о. Тихо. Что это? Вот консервы. Ящики из Save Lots. Похоже, они многое забрали. Ну-ка. Ящики из Save Lots. Ну-ка. Консервы есть там? Что в коробках? Они все из Save Lots. В первые несколько дней они сказали людям забирать все, что есть в Save Lots. Есть что-нибудь полезное? Слишком много для одного. Поверь мне, эти подонки не остановятся. Может, просто хотели напомнить, что все это их? Так, ну хорошо. Пошли посмотрим палатку. Палатка довольно новая. Есть кто внутри? Два спальных мешка, один из них детский. Так, замечательно. Два спальных мешка, один из них детский. Вот это вот...
Что-то должно произойти здесь. Так, здесь я никуда не ухожу. Тут ни хрена нет. В принципе, вообще ничего нет. Что мне здесь... Да, давай сюда иди, Вася. Так. Вон там что-то лежит, да? О, Сент-Джонс, вот она коробка. Здесь ящики с фермы. Возможно, еда, которую мы им дали. Эти суки перешли черту. Опа. Мобил, что ли? А, камера. Что ты нашел? Видеокамеру. Дай посмотреть. Батарейки сели. Хорошо. Что у них еще здесь есть? Посмотрим, может, махнем у них. Вижу, ты хорошо обращаешься с пушкой, которую я дал. Ты охотник? Нет, ну Лили нас часто тренировала. Лили? Я думал, что ты главный. Да, но она прошла военную подготовку. Почему тут главный тренировала? Ты долбоеб, что ли, нахуй? Так, ладно, здесь делать больше нечего. Смотреть палатку, пока его нет. Давай посмотрим палатку, пока его нет. Может, он что пропустил, я замечу. Кусок говна. Какие-то они все-таки странные людишки эти. Вот, молодец, залез. Так. Давай глянем, что это такое. Кепка. Ну, черт. Не шевелитесь там. Черт. Бросьте оружие. Я не отступлю. Можешь передать им. Джолин не отступит. Эй, у нас новый был договор. Вы не стреляете по нам, мы даем вам еду. Какого хуй вы его нарушили? Договаривайся с ними, я не они. Я знаю тебя, я знаю, кто ты, я знаю, что ты сделал. Ты знаешь меня? Брали все мои вещи. Мы ищем людей, которые напали на ферму и подстрелили моего друга. Я не знаю, кто они, где они, здесь их нет. Так что убирайтесь из моего лагеря. Она врет, Ли. Может быть, вы меня не расслышали, я просила вас, отпустите мне сраные пушки. Думаете, я не убью вас? Я возьму этот арбалет и пущу красивую блестящую стрелу прямо тебе в глаз и выбью его нахреновые мозги. Вы не люди, вы чудовище, вы люди-чудовище. Берете все, что хотите, и убираетесь. Маленькую девочку, так что это? Где ты взяла кепку эту? У девочки. Ты украл ее у нее. Ну и что, если так, ты украл ее у меня. О чем ты говоришь? А знаете что? Я передумал. Я пущу эту стрелу прямо тебе в яйца. Да, прямо туда, а потом повешу их на том дереве. Опусти арбалет. Нет, сэр, он не нужен. Он не нужен, чтобы убить вас, членососы. Ну же, скажи ему, мальчик, скажи, что у тебя на уме. Твою мать, вы не стали стрелять в Джолин. Я не стал стрелять в Джолин. Я не хочу брать на себя такие... Черт! Ты убил эту ее. Ты убил эту женщину. Она и целилась арбалетом мне в лоб. Так. Интересно. На звук выстрела могут прибежать чуваки. Эй, где перевод? Значит, все? Возвращаемся? Если их здесь нет, я не знаю, где они. Будет плохой идеей бродить по лесу и искать их, так что возвращаемся, да. Как только они это увидят, они получат сообщение. Забирай арбалет. Забирай. Плохо, что в арбалете одна стрела, там нету даже колчана. Это мы хреновастенько. Это чё?
А чего вы не забрали еду-то обратно? Блин, ну вот вы люди. Там же целая коробка еды. Вот это жопа, да. Man, that was a hell of a ride, huh? Мужик, это была еще та прогулочка, да? Боже, Дэнни. Что, тебе их жалко, что ли? Особенно после того, как они сделали с твоим другом? А вы вернулись, что там случилось? Я обо всем позаботился, мам. Терри бы хотел не этого. Кто такой Терри? Мой муж, скучаю по нему каждый день. Тогда испорти во всем, что, почему бы и нет? Ой, да успокойся, принцесса, я посмотрю, что там. Постоянно ругаются они. Что это с ними? Не знаю, судя по всему, они ругаются, все, все напряжены, а? Они не согласны, у них разные взгляды насчет управления нашей группой. Если они не найдут какой-нибудь компромисс, все полетит к чертям собачьим. Нет, сейчас просто трудные времена. Все сейчас голодают, а когда у людей пустой животик, они сходят с ума. Это да. И Ли, не забивай голову этими бандитами. Извини, что сегодня ты видел больше насилия, чем я думала. Но здесь бы вы все в безопасности, не волнуйся. Думаю, не стоит пойти осмотреться. Только не уходи слишком далеко, ужин будет готов, и глаза не моргнуть не успеешь. И поблагодари Катю еще раз от меня. Они ребятишки в амбаре с коровой, эта женщина просто наш спаситель. Хорошо. В амбаре с коровой, окей. Угу. Кепку мелкой отдать надо. Ага. Пошли. Она обрадуется. Пойдем в амбар. Мелкая. Кепку получит и будет радоваться. Так, хорошо, мы дошли. Ну, все, я думал, сейчас он закрыто будет. Что там с коровой? It's okay, Clementine. You can pet her. Все хорошо, Клементина, можешь погладить ее. It's okay, go ahead. Да, все в порядке, конечно, продолжаем. Вы заметили, что уже за окном ночь, а мы заходили, было дико. Катя сказала, что у Мейбл сегодня ночью родится теленок. Посмотрим, Клементина. А это что за штуковина? Папа сказал, это называется соль лизунец. Да, но не лежи ее, она невкусная. Ты лизала ее? Я не знаю. Так, Клементина. Давай кепкой. Иди же, Клементина. Моя кепка, ты нашел ее! Я знал, ты найдешь ее, как и обещал. Слушай, ты никому ее не давала? Нет. Ты видел каких-нибудь незнакомцев около мотеля, кто мог бы взять ее? Нет, а что? Пустяк, просто дай мне знать, если увидишь что-нибудь в этом роде. Хорошо, я обещаю. Или думаешь, у тебя когда-нибудь будут дети? Надеюсь, когда-нибудь, может быть, маленькая девочка, как ты. Это хорошо, ты будешь хорошим папой. Ну, спасибо, что нашел мою кепку. Да нет, что, Клим. Хочешь погладить корову со мной? Нет, ну ты можешь. Ну и вообще, мне кажется, что, видимо, эта кепка вообще не ее. Она похожа, как и многие другие кепки, но... Что-то мне кажется, это не ее кепка. Она выглядит тощей. Hey there, Andy. Yeah. Привет, Энди. Ага. Дэнни и я, мы встретили женщину в лесу. Она выглядела как будто знакома с твоим братом. Болтает больше, чем нужно. Как корова? Что ж, лучше ведь теперь у нас есть доктор. Как ты думаешь, мы сможем поесть? Как ты думаешь? Проголодались, да? Да не беспокойтесь. Мама готовит вкусняшку. Спасибо. Да, не за что. Have I missed anything? Чем я не пропустил? Не, вроде нет.
Здесь странно пахнет. Как навоз. Что такое навоз? Кака. Дети. Да что, дети-то нормальные. Клем, тебе нравится корова? Она чудесная. Вашу мамашу, где мне? Я хочу с этой теткой поговорить. А с ней не поговоришь? Ну и ладно. Так, что здесь у нас есть? Да бляха-муха, чтоб мне глаз чешется. Что это? Зерно. Ну, это понятно. Это они кормят здесь. Выходи, выходи, выходи отсюда. Да выходи, говорю. Ты что встал? Ты что встал, говорю? А, назад, ладно. Так. Что здесь есть? Соль лизунец, еще одна. Соль лижет. Типа еды нет, как... О. Я хочу поиграть на сене. Лучше держишь поближе к маме. Okay. Хорошо. Так, смотреть на дюксина. Ну ладно, не будем. Так, что здесь? Тут какие-то коробки. Сент-Джон. Ага. Empty. Пусто. Ну, понятно, что пусто. Так, так, так. Тут у нас особо ничего интересного нет. Ну-ка. Тоже соль этот лизун. Что это такое? Это что такое? Мусор, что ли? Выглядит как куча старой грязной одежды. Пахнет отвратительно. Очень интересно. Очень интересно. Ой. It's a feeding trough. Это кормушка. Кормушка. Ну давай, 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 давай. Ты должен найти что-то. Найти что-то странное, но надо, я так понимаю. И это странное должно быть. Непонятно, как-то объяснять всю ситуацию на этой вонючей ферме. Мне кажется, здесь что-то должно происходить такое, о чем мы даже не можем догадаться. Может быть, они какие-нибудь людоеды? Может быть, они... You found it too, huh? Ты тоже заметил его, да? Hey, они прячут что-то здесь, за этой дверью. Я заглянул туда, у них есть ящики с хламом и что-то металлическое и острое. Не будь параноиком. Это моя работа, быть параноиком, Ли. Вся моя семья сейчас на этой ферме. Как насчет тебя или Клем? Я буду защищать ее, несмотря ни на что. Да, я знаю. Смотри, этот парень с Катей, как там его звать, он хорошо ее запер, как только мы вошли. Я слышал звуки за дверью. Ли. Какой? Я считаю, мы должны проверить. Найди молоток, и я в два счета сниму эту штуку. Постой-ка на стреме и на случай, если покажутся фермеры. Эй, мужик, одумайся, ты сломаешь замок, а что если мы не правы? Ты проебешь шанс накормить детей, которых... Хочешь защитить? Думай головой, Кенни. Хорошо, профессор, что ты придумал? Да, я сначала взгляну, с чем мы имеем дело. Эй, Ли, ты же знаешь, как вскрывать замки? Нет, почему так подумал? Ну, ты же знаешь, из гетто. Ты не сказала то, о чем подумал. Господи, мужик, я из Флориды, всякая херня порой вылетает у меня изо рта, извини. Хм. Чего? Видишь эти шурупы? Мы можем попасть внутрь, не ломая замок. Просто открутить шурупы, а затем поставим замок на место. Как ни в чем не бывало. Отлично звучит, так как будто у тебя созрел план. Я поброжу вокруг и посмотрю за парнем у коровы. Энди? Бля, я подумал, его зовут Дэнни, неважно. Парни, могу я чем-то помочь найти? Что-то там вам надо, может быть, как-то вот...
Я спрошу, что за дверь, Энди? Просто инструменты. Мы держим их на замке, чтобы люди из леса их не украли. Мы погибли без наших инструментов. Эй, сделайте мне одолжение, отъебитесь от этой двери. Просто знаете, мама нервничает. Эндрю, мне снова нужна твоя помощь. Без проблем, сию секунду. Ясно, нам нужна отвертка. Отлично, нам нужна отвертка. У нас есть топор, можно было бы вышибить дверь, но... Так, ну здесь-то вряд ли отвертка есть, да? Правильно? Так, тут у нас ничего нет такого. Ну, вряд ли здесь где-то может быть отвертка, правильно я понимаю? Ну-ка, лучше старые вещи, слышь? Идем-ка. Вот в старые вещи, может быть, здесь что-то и есть. А может и нет. Да нет, здесь ничего такого нет. Понятно, пахнет отвратительно, ля-ля-ля. Да нет, ну вряд ли, мне кажется, прям в амбаре не будет никакой отвертки. Как-то все это глупо. Да пошли, 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 не теряйся здесь, пойдем. Я говорю, пойдем. О, опять день. Забавно. И как такая женщина, как ты, успевает следить за всем домом? Ну, я просто хорошо справляюсь, да еще и мои мальчики меня выручают, без них вы точно бы не справилась. Понятно. Там у нас веселуха. Так, вот это что такое? Вот что-то сейчас появится новое, 100%. Надо будет внимательно все это изучить. Вот здесь, возможно, какие-то инструменты есть. Вот здесь, возле генератора, надо покрутить. Покрутиться. Так, ну давай посмотрим. Вот. Маленький ящик с инструментами. Давай, залазь. Вот. Бери, 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 конечно. Там же я позаимствую ненадолго. Там же есть 100% у нас этот отвертка. Это же универсальный инструмент, так что все окей. Пойдем. Сейчас мы откроем ворота, посмотрим. Пока он там сидит, наблюдает за коровой, мы посмотрим, что же там за дверью. Что же там за дверью? Во, видал? Там темно. Офигеть. Так. Я нашел кое-что, надеюсь, это поможет. Отлично, приятно это слышать. Использует дверь. Не надо использовать дверь. Ребят, серьезно, перестаньте заниматься хуйней. Ну уже, хватит уже. Так. Так. То есть... Получается, он слышит, да? Ну-ка, может быть, Клементина. Клем, тебе нравится эта корова? Она чудесная. Hey there, Andy. Yeah. Привет, Энди. Да. Зачем ты закрыл эту дверь? Мы не можем позволить им людям в лесу красть наше добро. Они периодически приходят грабить нас, и ограда не помогает. Дэнни упомянул, что ему что-то нужно. Что именно? Черт, я уже не помню, извини. Хорошо, хорошо, сейчас вернусь, док. То есть мы обманули его? А, он убежал, да? Зашибись. У нас есть, по крайней мере, минутка, наверное. Секунда. Хорошо, сделаем это. Ложная тревога, я вернулся. Вашу мамашу-то, а? В смысле? Я попытался отвлечь Энди, но он все равно вернулся. Без сих пор должно быть что-то, что может его отвлечь.
Как насчет генераторов? А, ну да, кстати, 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 да, пошли. Сейчас сейчас ковырнем генератор, он плеха-муха, ну капец, мы ставим под удар весь периметр, да, получается, или какую-то часть, наверное, чтобы понять, что там в этом амбаре хранится, ну и твою же ж мать, ну зачем это все делать? Давай, выключай нахер его. Нажми на кнопочку, получишь результат. Нажимай. Воу, назад. А ты не посмотрел, может кто-то за тобой следит. Боже, это самый большой кусок дерьма. Что-то всегда отключает тормоза. Ага. Ага. Как-то все это быстро починилось. Я думал, он будет чиниться долго. Давай посмотрим, что можно здесь сделать так, чтобы он чинил его хотя бы минут 10 сидел. Ой! Не туда я прошел. Генератор починить штуку, что если это случится, понятия не имею, как это сделать. Непонятно, что ты там сказал. Так. Управление питанием. Ну и чё? А, вот, да ладно. Ну-ка. Приколюха. Ну вот. Похоже, ремень управляет этой штуковиной. Да. Угу. Приводной ремень, ну забирай. Зараза, эта штука быстро движется. Ну так надо сначала выключить, дурак. Эта штука слишком прочная, чтобы ее не порвать руками. Ну вот, должно сработать. Ебаный Дэнни, где он откопал этот кусок говна? У этой хрени порвался ремень. Черт возьми, сукин, блять. Починка займет вечность. Пошли, пока ты там сидишь, я все полутаю. И я узнаю, что хранится в этом гребаном амбаре. Сука. Давай, приятель. Пошли. Это что еще? Mom, Dad, dinner time. Ужин, что ли? It's dinner time. Время ужина, время ужина! Хорошо, дорогой, давай позовем отца. Папа, давай, пора есть. Кенни, пойдем, милый. Кенни, не нужно заставлять детей ждать. Я замолвлю за тебя словечко. Сними эту штуку. Такие все нарядные, пошли жрать, а я тут буду откручивать. Я тоже хочу жрать. Офигели вообще. А, вот так. Молодец. Ты посмотри, какой. Эй, какой. Зачем шуруп уронил? Ну, там же сено, сейчас потом хер найдешь его. Вот дает. Сразу видно, не профи. Так, хорошо, открываем. Открывай, дорогой. Да, я бегу. Время ужинать. Что за чертовщина в задней комнате? Слушай, мы храним здесь еду. Дэнни и я много охотимся, чтобы всех покормить, когда мы ловим кого-нибудь в лесу. Мы разделываем это здесь. Маме не нравится, когда мы делаем это в доме. Теперь ты убедился, не о чем беспокоиться.
номера машин ли висят? Их много. Ну, может быть, кто-то... Брайан, бисквиты, ух ты! Извини за беспорядок, нам пришлось заблокировать заднюю дверь после того, как ходячие стали лезть наверх. Не беспокойся, это было достаточно давно, с тех пор они не лезут внутрь. Ну-ка, все сели, пойду принесу еду. Ах, вкуснятина! Я могу съесть всю лошадь. Где Марк? Не стоит беспокоиться о нем, я уже отнесла еду наверх, дай ему немного отдохнуть. Не против, если я сначала помою руки? Ванна сразу на выходе из холла, и вымой все под ногтями. Ты ковырялся в грязи весь день. Ладно, мамаля. Мамулечка. Тут сюда? О, ты посмотри, что. Ходячие сюда не проберутся. Ну вот оно, ванна, все нормально. Что тут такое? Мне бы не помешало бы побриться. Ну, конечно. Какой-то лосьон. Что это? Марлевые прокладки. Ты будешь руки мыть. Лазит он везде. Ну? Чучундра, блин. Так в раковине что, нельзя помыть руки, мудак? Это должен быть Терри. Это должно быть Терри. Ладно, ну пошли наверх, чё. Схерали. Пошли. Да пошли. Понятно. Давай, поднимайся. Это кладовка. О, сколько тут всего, да? Для чего им так много морфина? Свечи. Умно. Полотенце. Медицинские принадлежности. Я полагаю, кому-то в последнее время оказывали первую помощь. Ну, как бы... Куда идет этот кабель? Фу, а что это такое? Похоже на кучу медицинских отходов, медицинские трубки и изотонический раствор. Зачем фермерам понадобятся все эти вещи? Так, тут что? А, ну тут-то все, тут уже некуда идти. Ух! Не понял, какого черта? В смысле? Вы что? Это какая-то тайная дверь? Да ладно, медицинский... Морфин. Подожди, полотенце. Мусорное ведро. Какого черта? А, да ты посмотри, это же... Да, стена. Твою мать. Где, черт побери, Марк? Бренда сказала, что он отдыхает наверху. Марк здесь. Это что такое? Это кровь? Да, давай, толкай. Толкай. Не совсем понятно, что здесь происходит пока. Может быть, он уже превратился в зомбака? Марк, какого черта произошло? Братья. Brothers. Какого хрена случилось с тобой? Не ешь. Ужин. Ли, ты там уснул, ужин на столе, все тебя ждут. Ух ты, барбекю. Клементина. Нельзя есть ужин, я понял, это, короче, тоже точно стопудов людоеды. Тих. Ну,
Clementine! No! Господи, что ты нашел? Сядь на место и успокойся, эта женщина приготовила тебе еду. Да, Ли, что на тебя нашло? Он не мог проявить немного вы едите человеческое мясо! Это бедумие, какого черта? Это нелепо. Ты пугаешь детей, Ли. Ли, что на тебя нашло? Не потакай ему, с этим парнем всегда что-то не так. Они хотели торговать нашим мясом. У тебя совсем крыша поехала. Марк прямо сейчас наверху, без ног. Бренда, скажи мне, что мы едим сейчас? А, мы что, мы не его едим сейчас? Это правда. Все могло так хорошо оказаться для вас, ребята. Он бы все равно помер. Мы должны думать о выживании. Успокойся, дорогой. Если ты вырос в сельской Джорджии, то тебя учат быть экономным. Ты была воспитана, и я так воспитала своих детей. А теперь у нас монстры бродят вокруг, которые ничего не делают, кроме поедания людей. И для чего? Чтобы гнить дальше, пока не продвинутся кто-нибудь еще. Просто позвольте нам уйти. Энди прав. Мы используем людей, которые все равно должны были умереть, так или иначе. Вроде вас. Кенни, хватай пушку! Нет! Никто никуда не пойдет. Здесь вас может одолеть много чего. Что так нахер? Что это пиздец? Отпусти свои пушки, мы уходим! Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Послушайте, все будет хорошо. Ли. Ли. Я убью тебя. Ууу, там Марк там прибежал. Пожалуйста, кто-нибудь. Клемент. Веселуха. Откройте эту чертову дверь! Вы не можете держать нас здесь! Откройте, я голубью камеру разорву вас, ублюдков! Прекрати стучать, нам нужно подумать, что делать. Вы больные ебаные ублюдки! Откройте дверь, черти! Я вышибу эти двери к чертовой матери! Папа, успокойся! Это был человек, они пытались заставить нас съесть это мясо. Но ты же не ела? Нет. Но остальные съели, черт возьми, если бы ты не плелся, как... Да ладно, папа, сейчас неподходящее место. Ты в порядке, Клементина? Они ведь не сделали тебе больно, нет? Откройте! Ли, моя семья у этих психов, а мы застряли в этом грёбаном проклятом месте. Этот грёбаный сосунок привел нас сюда. Можете все нахер заткнуться! Мне страшно. Не бойся, все будет хорошо. Я найду нам выход отсюда. Алло, алло. Лили, мы можем его спасти. Я бы хотел, чтобы она смогла, поверь мне, я бы хотел. Но мужик умер, вы оба знаете, что произойдет дальше. Послушай, Кенни, когда в аптеке мы все думали, что Дака укусили, я поверил тебе на слово. Теперь нужно так же поступить. Это другое. Дак не был укушен. Ну да ладно, мы же знаем, что этот парень не выживет. Вспомни, что говорил Бен. Нужно разрушить мозг. Ну же, Ли, ты не можешь оставаться в стороне. Сейчас должен поддержать меня. Лёд, черт возьми, Ли, ты нужен мне, пожалуйста, помоги мне! Давай, Ли! Нет. Мне кажется, что он не дышит. Ладно, давай попробую, следи за пульсом. Ты... Я не так, короче, я не понимаю. Ой! No!
Воу-воу, нихера себе, ты чё? Я аж сначала охерел. Я знал, Ли, ты тоже, я рассчитывал на тебя, приятель. Сколько можно на меня рассчитывать? Вы задрали все. Мне очень жаль. Блять, не трогай меня. Мелкую напугали. Вот мудаки. Ты в порядке? Да, пока что кончилось. Нам все еще нужно найти выход отсюда. Тише, я знаю, но ты сейчас должна быть сильной. Мне нужно, чтобы ты была сильной. Подумай о чем-нибудь. Другом, я думаю, хорошим. Например. Твоя рация. Как насчет рации? Я разговариваю понарошку с мамой и с папой. Разве может ты после них не чувствуешь себя лучше? Иногда. Мы ведь выберемся, да? Ты нашел выход? Я работаю над этим. Да я еще и не искал. Вот вы вообще нарядные, ребят. Твою мать, капец. Он был еще жив, Ли. Он был еще жив. Кенни. Он совершил спорный поступок. Без сомнения, это было поспешное решение. Но он пытался нас уберечь. Да чушь, он думает только о своей сохранности, своей семьи. И срать ему на тебя и на меня. Конечно, у него на первом месте семья, но так уж было и у Ларри. Подумай об этом. Так, хорошо. Вот дверь, которая нам... О, кондюк. Можно же его оторвать. Интересно, знаешь, эта штука должен быть воздуховод. Может, он достаточно большой, чтобы один человек пролез в него. Кондиционер снимается? Я думаю, я бы смог его снять, если бы у меня было что-то, чем можно было открутить. Мультиинструмент. Ну, конечно же, они забрали его. Дерьмо. Можно что-то использовать, что-нибудь другое. У меня есть камушек. Камушек не поможет, но с монеткой может получиться. У тебя есть монетка? Монетка есть у него в кармане. Я помню, как он говорил, что 60 центов есть. Так его не открутить. Хорошо. Монетка есть у Ларри в кармане. Мне очень жаль, Лили. Так, монетка нужна. Пожалуйста, мне нужно побыть одной. Бог свидетель, ты заслужила мне время оплакивать его, Лили. Но если мы хотим отсюда выбраться, мне понадобится твоя помощь и Ларри. Кажется, я нашел выход отсюда, но мне нужно что-нибудь, чтобы открутить винты на кондиционере. Если у тебя есть что-нибудь, чтобы я мог использовать как отвертку, монета или что-нибудь, нет. А что насчет него? Послушай, я знаю, сейчас ужасное время для этого, но... Еще в мотеле Ларри что-то упоминал о монетах в кармане. Что тебе нужно? Мое благословение, чтобы обшарить его труп? Твое разрешение. Делай, что нужно. Забирай. О, черт. Есть предположение, в каком кармане он держит мелочь? Я думаю, в левом, в правом. Ну, наверное, в правом. Все-таки в левом. Почему-то я думаю, что кольцо. Мамина, не беспокойся, я не заберу его. Твою же мать. Значит, в правом была монетка. О, да, 24-я десятка, нифига себе. Даже несколько монеток. Хорошо. Пошли. Откручивать кондюк. Нужно просто открутить винты и снять устройство. Ну давай, давай, давай. Ну хорош, подглядывать, смотреть. Вот, пятерочкой. Мать твоя. Ли, давай быстрее, мы не можем здесь долго сидеть. Да понятно. Какие наглые черти. Бери, блядь, сам лучевый гондона кусок. Сидишь там, умничаешь. Быстрее, блядь. Охерели вообще. Вот и наш выход, Ли.
Клементина сможет пролезть. Похоже, что он идет прямо в подсобное помещение. Ты знаешь, ты не обязан это делать, да? Я знаю, я просто хочу домой. Это поможет нам вернуться домой. Ладно. Ну давай, девочка, лезь. С тобой будет все в порядке. Что мне делать, когда я выберусь? Посмотри, сможешь ли ты выбраться с противоположной стороны и открыть дверь? Окей. Ты в порядке? Что-нибудь, кто-нибудь видел тебя? Нет, но там снаружи человек. Куда, черт возьми, ты пошел? А тебе какое дело? Кенни! Кенни! Лили, извини, нужно уходить. Я знаю, мне просто нужна минутка, чтобы попрощаться. Эй, между нами все нормально, верно? Да, это подойдет. Блять, он погубит нас всех. Останься здесь, позаботьте о Лили, ладно? Я позабочусь. Где там оказались? Охренеть. А, ну ты понял, там барное помещение. Твоя вещь, которая все. Ясно, ясно. Я и говорил, что что-то не так с этой комнатой. Это ебаная человеческая скотобойня. Сиди на месте, Вася. Так, это что такое? Хорошая вещь. Прямо так долбануть, так долбануть. О боже, что не так с этими людьми? Так, ладно, мы это посмотрели. Смотри на кровавую ванну. Ну... Мини-погонялка для скота. Электрошок? Хорошо. Не-не-не-не-не, я хочу крюк для сена. Нахер мне эта погонялка? В пизду. Посмотри на ванну. Боже, это место они разделали людей здесь. Больные ублюдки все они. Так, что еще? Здесь все, да, получается? Ну? Так, давайте сначала ему скажем пару ласковых. Какого черта ты творишь? Возвращай свою семью. Что, собираешься делать? Подойти и взять его оружие? Тоже неплохой план. Боже, Кенни. И, мама, я знаю, у тебя добрые намерения, и Господь благослови тебя, и ты должна перестать быть любимчиком. Энди, я знаю, он старше, но он же делает лучше и не делает умнее. Не, Дэн, почему ты не в амбаре? Оу, черт, бери, просто охраняй, как ты приказал. Так, хватит сидеть, подождем. Как идиот, мама сказала, что там нужно убить их и избавиться от проблем. Одного оставляем, остальных убиваем. Можно выбрать одного, кого оставим? Нет, не детей, слишком мало мяса на обмен. Ох, я знаю, Мэйбл. Тихо. Что он сейчас делает? Он поставил капкан. Я больше его не вижу. И где он, блядь, его носит? Я не знаю. Посмотри снова, он не проходил мимо нас. Мы уберем его вместе. Как? Он не знает, что мы выбрались. Он подойдет мимо нас к морозилке, мы уберем его, когда он будет к нам спиной. Посмотри, что он делает.
Оу! Хватай ружье. Сука. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ух ты, нихера! Как ты жив-то, тварь? Нихера себе! Ты выскакивай, тварь, ты трусливая! На тебе, нихера! Класс! Yeah, baby, yeah. Это было кроваво, но это сработало. Трусиха, бляха ему. Он трус. Он трус. Нет. Кто там орёт? Господи. Ковбой хуев. Ты видишь, сейчас ты понял, не так ли? Теперь ты можешь меня убить. Вот так работает теперь этот мир. Отдай часть себя, чтобы остальные смогли жить. Я убью тебя прямо сейчас. Каннибализм — это не решение. Разве ходячие сражали мало наших? Ты можешь оставить меня в живых, если ты убьешь меня, все испортится, и тогда ты не сможешь меня съесть. Ты уже испортился. Нахуй. Смысл? Я не буду оставлять живых тех, кто убивает людей. Клементина видела, что вы сделали. Ну и что? Клементина вообще молодец. Она поймет. Боже, нет! Катя! Просто или иди. Я позабочусь о Клементине. Хорошо. Это плохо, что вы, товарищи, голову ему не пробили. Ужасно плохо. Дождь идет. Кенни! Твою мать, Кенни! Ёб твою мать, где ты ходишь? У нас будет по стелсу все. Кукуруза. Ограда, что ли, не работает? Ну да. Кто там? Карли. Ли? Тише. Все хорошо, ребята, вас не было очень долго. Они напали на нас. Я знал, я говорю, что нельзя им доверять. Блять, сколько их там? Осталось двое. Где? Ларри мертв. Они отрубили Марку ноги и хотели накормить нас его мясом. Блять, вот это... Вы в порядке? Они все еще удерживают Катю и Дака в доме. Я не знаю, где этот ебучий Кенни. Хорошо, мы идем на помощь. Иди через главные ворота, опасно. Идите к Рому и поищите черный ход. Я буду дальше искать Кенни. Вот у тебя есть оружие? Я не выхожу из дома без него. Бен, не отходи от меня. Ли, будь осторожен. Нет, ради бога, нет! Просто заткнись, и все будет хорошо. Хорошо, хорошо, все будет хорошо. Как здесь пройти? А, он так идет. Я оставил Дэнни в амбаре, он получил по заслугам. О, господи. Ли, назад, не подходи! Тебе не нужно было шпионить, не так ли? И чё? А, вот. Открывай дверь. Ли, прошу, не шагу больше. Бренда, послушай меня, ты знаешь, ты не хочешь делать этого. Просто уйди, оставь нас обоих. Стой на месте, повторять не буду. Нет, Ли! Я же говорила остановиться, я же говорила. Окей. Но мы должны были попробовать. Нам надо пробовать. Нам без этого никак не проиграть, не выиграть.
Отпусти ее, Бренда. Так, хорошо, идем. Ли, прошу, ни шагу больше. Бренда, послушай меня, ты же знаешь, что не хочешь делать этого. Просто уйди, оставь нас одних. Так, ладно. Стою. В смысле? Подумай о своем муже, Бренда. Он бы хотел, чтобы его дверь превратилась в бойню. Так, я убью ее, Ли. Не делай этого. Шаг она сделала. Тихо, стою. Тихо. Я стою, дорогая. Я никуда не иду, я просто стою. Отпусти ее, Бренда, отпусти. Послушай его, пожалуйста. Там кто-то уже, по-моему, рычит. Слышите? Тихо. Стою. Я не хочу тебя убивать, Ли. Пожалуйста, не делай все хуже. Стой на месте. Ты два шага сделал, я буду делать один. Какая-то новая игра, да, получается? По два шага, я по одному шагу. Может быть, там ее за ногу схватить, да и все. Тихо. Ее Марк схватил. Они забрали так, где Кенни? Я сказал, стой на месте, урод. Не смей ее трогать, блядь. Отпусти его, черт побери. Да, этого не произойдет. Энди, не надо, заткнись. Твою мать, Кенни лох. Папа. Энди. Что ты, блядь, о себе возомнил? Смотри, что ты наделал. Ты сам виноват. Нет уж, ты виноват. Мы хотели просто немного бензина, чтобы быть в безопасности. Вот так вот. Так. Ой! Не то. Давай! Нихуя, да я не могу, да в пизду. Вы что, издеваетесь, что ли? Охуели, блядь. Я так быстро, в принципе, не могу нажимать. Давай. Нормально. Успокойся, чувак, ну хорош. Давай левой. Теперь правой. Выбей зубы, последние зубы выбей. Ну, почему не добивание? Добивание. Все, хорош, молодец. А, его ранили, да? Ли, это все, что ты можешь? То есть, ничего. Все кончено! Иди нахуй! Как только Дэн и мама придут сюда, вам всем пиздец! Они оба мертвы. Что ты наделал? Что, блядь, ты наделал? Даже не смей уходить от меня, Ли! Верни сюда и закончи! Нет, добивать его уже лишнее, он умрет, мне кажется, сам. Иди. Ли, верни сюда и делись как мужчина. Вы сохранили Энди жизнь. Ли!
Генератор... Они заходят. Ну, потому что мы слишком много стреляли, орали, и генератор, конечно, кончился. Ли! Пойдем, пойдем. Ну, он сам умрет, конечно, это бессмысленно. Добивать его здесь перед глазами, на глазах у всех, бессмысленно. Слишком кровожадно себя проявишь, это тоже плохо. Долго они идут, дождя-то уже нет. Хотя, может ли укончиться в любой момент этот дождь. Эй, Ли, я бы извинился за то, что мы покинули мотель, но ты же знаешь. Я счастлив, что вы тогда появились. Если бы ты не сделал этот выстрел по Энди, то, может, мы и не выбрались бы отсюда. Они, правда, убивали людей для еды? Да, Клементина почти съела немного мяса. Но я остановил ее. Карли, я не могу остановить ее одну. Этот мир сошел с ума, он скрывает. Самое ужасное дерьмо есть на каждом шагу. Катя удалось захватить это, пока мы вышли в банабдоме. Она говорит, что... Твою мать, камера там какая-то. Да, я нашел ее, когда мы искали тех, кто подстрелил Марка. Она нужна тебе? Почему тебе не оставить ее? Она может записать то, что ты хотела бы сохранить. Ну, как бы да. Правильно. Как ты? Я в порядке, я просто не такой молодой, как был раньше. Дорогая, иди вперед и дай нам с Ли поговорить пару секунд. После этого будут последствия. После убийства отца Лили? Да, могу себе представить. Что ты думаешь? Кенни, ты уничтожил эту группу. Теперь нет пути назад. Я сделал то, что никто больше не сделал бы. Теперь все будет по-другому. Пошли, Клементина. Будет ближе ко мне. Ли, ты должен был убить тех людей? Да, Клементина, они были плохими людьми. Они убили Марка и собирались убить нас. Их надо было остановить. Понимаешь? Да, я думаю, да. Эй, папа, что это за шум? Как будто машина. Господи, только не новые незнакомцы. Ребят, вам бы понять, где можно оружие раздобыть, потому что... А, эта машина просто достоит. Но это было недавно, потому что аккумуляторы, ну сколько, ну 2 часа, 3 часа. Аккумуляторы бы уже сдохли за это время. Выходите, или я буду стрелять. Медленно подходите к машине. Хорошо. Мы медленно подойдем к машине. Тут, подожди. Никого нигде нет. Мне кажется, там... Да ну, никого не должно быть. Что это? Что это такое? Кока-кола, да? Так, как я и думал. Ого. Детка, ты должна это видеть. Да тут полно еды и припасов. Эта еда может спасти нас всех. Не всех нас. Слушайте, мы не знаем, мертвы ли эти люди. Если они вернутся, мы будем просто монстрами, которые пришли из леса и разрушили их жизни. Эти вещи не наши. Папа, чья это машина? Так, не волнуйся по этому поводу, теперь она наша. Так, она брошена, не волнуйся. А что если нет? Что если она не брошена, что если она чья-то?
Ты права, нам не следует это брать. Что? Ты что, не поел и нам сказал, что нам эти вещи? Мы, нам с Клементиной ничего не нужно из этого. Мы голодаем. Ладно, делай, что хочешь. Остальные из нас возьмут эти вещи. Хорошо, что у нас тут есть. Смотрите, тут еще одна еда в коробке. Но у них есть антибиотики, а что есть у них? А там есть вода? Вот. Взял? Да, я взяла это. Ли, тут есть толстовка как раз на размер Клементины. Она не нужна, спасибо. Мужик, ну как хочешь, ты... Но скоро похолодает. Эй, в той коробке есть батарейки, полагаю, они подойдут к твоей камере. Вот, ты тоже можешь взять несколько для твоей рации. Батарейки, да? Думаешь, справишься? Ты мне всю жизнь припоминать будешь, да? Батарейки, которые она... О, господи, Ли, тебе стоит посмотреть на это. О, черт. Как ты, Клементина? Нормально. Где твоя кепка? Я не знаю. Может, поможешь мне найти? Конечно, когда ты ее потеряла? Пару дней назад она была еще у меня. Я обещаю, если найду ее. Ты все думают, что ты в безопасности сидишь, ведешь себя как будто сейчас? Не убивай их самостоятельно. Тебе нужно бояться живых людей. Людей, которые я называла друзьями, которые все забрали. Не волнуйся, малышка. Бандиты отвлеклись на ферму. Пока они получают еду, ты будешь в безопасности. Я обещаю. Ну вот, друзья, мы прошли второй эпизод первого сезона «Ходячих мертвецов». Давайте посмотрим, что будет у нас дальше. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Вот так мы закончили эту игру. Вот, собственно, все. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Встретимся завтра в третьем эпизоде первого сезона. Пока.